28 мая для каспийчан и гостей города стало местом притяжения «Анджей-арена». На площадке развлекательного центра состоялась масштабная выставка лучших грузовых автомобилей, спорт- и ретрокаров, а также байков. Мы решили сделать масштабный фестиваль авто- и мотокультуры. Решили сделать еще силовой экстрим. Будет человек тянуть фуры, будет Амар Ханапиев 100 килограмм поднимать на зубах. Собрали самые заряженные грузовики и спорткары, ретро, байки и также внедорожники. На авто- и мотофестиваль был приглашен знаменитый дальнобойщик из Турции Танжо, который продемонстрировал дагестанцам необычный дрифт на автомобиле. Также гостем мероприятия стал и известный канатоходец Камиль Мамаев, который устроил для гостей яркое шоу. Отметим, что одним из самых главных событий стало открытие мотосезона российским клубом «Ночные волки». В рамках фестиваля также состоялась концертная программа детских коллективов и автопробег в поддержку участников специальной военной операции.